основателем первой Буковой церкви на будущей Святоюрской горе, построенной во второй половине XIII века в честь святого Юрия, считается Лев Даниилович, сын Даниила Галицкого. Святого Юрия Георгия Победоносца считают защитником Львова. В первой половине XIV века на галицкие земли напал польский король Казимир III. Церковь разорили и разрушили. В 1363 году по проекту архитектора Доринга закладывают новую, уже каменную церковь в византийском стиле. Пережил многочисленные военные действия. Здание пришло в полуразрушенное состояние и было подвержено сносу. В 1744 году началось новое строительство, которое придало зданию современный вид. Основателем Свято-Юрского собора во Львове был Афанасий Шептицкий. Он хотел создать храм, который бы отвечал наивысшим достижениям европейской архитектуры. Официальное открытие собора состоялось в 1761 году, но отделка фасадов продолжалась до 1772 года. Отдельно следует отметить лестницу, ведущую в храм. С фронтальной стороны в арочной нише установлена скульптура святого Ануфрия, покровителя старейшего во Львове монастыря, который находился у подножия Свято-Юрской горы. Преподобный Ануфрий жил в дикой пустыне в полном одиночестве 60 лет. Собор олицетворяет собой единение двух церквей – римской и греческой. На верхушке фронтона в стиле барокко расположились фигуры, которые символизируют греческую, византийскую и римскую латинскую церкви. Эта скульптурная композиция была создана в 1770 году Михаилом Филевичем. Над воротами скульптуры женских фигур, которые символизируют веру и надежду. Собор украшен декоративными вазами. Во дворе храма стоит двухэтажный дворец, построенный в стиле рококо с элементами классицизма. Фасад собора Святого Юра примечателен тремя крупными скульптурами Иоанна Георга Пинзеля, Атанасия и Льва Шептицких, а также конной статуи Юрия Змееборца в стиле барокко. Особенность этого храма, как греко-католического, в том, что он обращен алтарной частью на запад. С 1998 года Свято-Юрская гора вместе с собором Святого Юра входят в списки охранного наследия ЮНЕСКО. Спасибо за внимание. С вами была Лана.